Папа, привет. У меня гениальная идея. Опять? Ботинки в разнос. Мы нанимаем людей, которые раздашивают обувь за наших клиентов. Рынок огромнейший. Ты знаешь людей без ног? Соберись, сегодня день рождения твоей сестры. Где мой грейпфрутовый смузи? Простите, мадемуазель. Мне 10 раз повторить, да? Запомни, для вас слишком трудно? Я их избаловал. Надо затянуть гайки. Сделайте мне свежий сок гуавы с легкой ноткой имбиря. Так жить нельзя. Я преподам им урок. Что происходит? Твои кредитки заблокированы. И телефон тоже. Откуда вы знаете? Та же фигня. Папа! Полиция! Дети, валим! Деньги кончились, нам светит тюрьма. Не понял. Боже, куда мы едем? Ляжем на дно в Марселе. А дальше что будем делать? То, чего вы никогда в жизни не делали. Думать, что ли? Работать. Что-что? Что заканчивали? Честно говоря, ничего. Понимаете, я самоучка. Сколько платите? 1200 евро. В неделю, правильно? Нет, в месяц. Как Маккарти, он сам освоил гитару, а я бизнес. Ясно. Тогда у меня есть кое-что для вас. А служебная тачка будет? Как же без этого? Неплохо для начала. Помогите, я не знаю, что делать! Алекс даже не вышел из дома. Приятного аппетита. А мне? Кто не работает, тот не ест. Я никогда не был рядом. Вы ни в чем не нуждались. Если ты про деньги, да. Мы нуждались не только в деньгах. Что бы я отдал ради такого? Да, ты прав. Оно того стоило. Эта история многому нас научит. Происходит что-то невероятное. Все-таки. Да. Скажи им правду, Франсис. Мажоры на мели. Скоро в кино.